Всем привет! Сегодня предлагаю вам приготовить рыбку под названием карп. Ну, естественно, куда же рыбка без картошечки? Погнали! Нам понадобится карп. Его можно купить как в живом виде, а не в аквариуме в магазине плавает. Либо же можно купить уже готовое филе. Также нам понадобится картошка, чеснок, подсолнечное масло и ваши любимые специи. И еще майонез. Приступаем к картошке. Ее нам необходимо нарезать на довольно-таки тонкие слайсы, примерно по 4-5 мм. Расскажите, пожалуйста, все ли пробовали такую рыбку под названием карп? Потому что мне кажется, что в наше вот время, наверное, проще, и многие даже люди скорее ели форель, лосось, но никак не карп. Расскажите, вы пробовали? И как вам вообще, нравится такая рыба или нет? Я лично ее обожаю. И запеченную, и жареную. А какая вкусная уха получается с карпом. Потому что карп, если многие знают, это не карась. Он гораздо жирнее, сладенький, вкуснее. В общем, очень вкусная рыбка. Если не пробовали, обязательно попробуйте. Картошку нарезали. Теперь добавляем, как я и говорила, ваши любимые специи. Я добавляю свой стандартный вкусный, как я считаю, набор. Это куркума для цвета, молотый укроп, лавровый лист и паприка. Подсолнечное масло немного. И вот здесь я вспомнила, что неплохо было бы добавить соль. Про соль я, кстати, часто забываю. А вы не забудьте подписаться на мой канал. Все это дело хорошенько перемешиваем, чтобы каждая картошечка почувствовала и масло, и наши самые вкусные специи. С картошкой мы закончили. Было самое сложное, кстати говоря. Теперь займемся рыбкой. Вот столько у меня чеснока. Если вы не великие любители, добавляйте меньше. Мы чеснок просто обожаем. Пока я давлю чесночок, вы, пожалуйста, нажмите пальчик вверх, если вам, конечно, не сложно. С чесноком закончили. И теперь добавляем чуть-чуть майонеза. И хорошенечко втираем в нашу рыбку. Кстати, по соли смотрите сами. Если хотите более соленую рыбку получить, тогда добавляйте. На мой вкус достаточно майонеза и чеснока. Собственно говоря, с рыбкой мы тоже закончили. И теперь желательно рыбку и картошку оставить хотя бы на полчасика помариноваться. Прошли полчаса, высыпаем картошечку на противень и необходимо равномерно распределить ее. И теперь выкладываем нашу рыбку сверху. Ставим запекаться на 45-50 минут при 180 градусах. Вот такая вкуснотища у нас в итоге получается. Я уверена, у вас получится еще и вкуснее. Посмотрите, какая она красивая, аппетитная. Во вкусе можно не сомневаться. Если вам понравилось мое видео, ставьте пальчик вверх, подписывайтесь на мой канал, ведь впереди вас ждет много вкусных и красивых роликов. Всем пока-пока!